Искусственный интеллект поможет севастопольцам записаться к врачу. В конце октября такая опция будет доступна при звонке на единый контакт-центр по номеру 122. О новшестве рассказала исполняющая обязанности директора Департамента цифрового развития Татьяна Черноусова на совещании в правительстве Севастополя. На сегодня в промышленной эксплуатации только напоминание о записи к врачу и отмена записи. Буквально в конце месяца мы готовы вывести уже от 20 до 30 линий для записи на прием к врачу с использованием робота в чистом виде. И запустили робот с использованием нейросетей, которые работают с данными Центрального архива медицинских изображений. Кроме того, искусственный интеллект уже помогает севастопольским врачам ставить диагнозы. Как уточнил глава городского депздрава Виталий Денисов, любой врач учреждения здравоохранения Севастополя имеет доступ к Центральному архиву медицинских изображений. Понимаю, то там технология так работает. Снимки загружаются, он потом автоматически обрабатывает, ищет аналогичные ситуации, да, и выдает вероятностные диагнозы. Да. Да, точность постановки диагноза, вот мы посчитали просто сколько было до обработки интеллектом и сколько так точность увеличивается, где-то процентов на 37 у нас даже получилось в этом году. Хорошо. Спасибо.